очень радостно видеть здесь столько молодых, красивых лиц, которые могут стать со временем нашими коллегами. Вам повезет, если вы сможете выбрать музыковедение и композицию, сочинение музыки своей профессии. Потому что это профессии очень интересные. Много профессий интересных, очень много, и каждый выбирает то, что ему ближе. Но вот в музыковедении и в искусствоведении вот этот интерес к профессии совпадает еще и с тем, что вы занимаетесь вещами, которые вы любите. Что надо делать, чтобы сохранить музыкальную культуру России, наладить хорошее, нормальное, общее музыкальное образование. А это задача именно музыковедов, не пианистов, не скрипачей и даже не композиторов, а именно музыковедов и не выпускников пединститутов, а только именно музыковедов. Те, кто здесь есть, уже победители, уже прошли этот первый тур, уже отсев произошел, и уже вы лучшие. Вот. И вот этот второй тур должен еще раз утвердить ваши профессиональные дары, способности, вот, ваше призвание. И мы в этом смысле желаем вам удачи. Вот у нас 18-й раз мы с вами встречаемся, 18-й конкурс. И трудно себе представить, что 18 лет назад мы в первый раз поехали вот группы таких активистов и подвижников, можно сказать, совершенно на пустом таком поле, решили этим заниматься. В скором времени мы перенесли свой уже этот конкурс в Москву и Московскую консерваторию. И это, конечно, обосновано, потому что в скором времени, может быть, уже в этом году кто-то, а кто-то в ближайшие годы будете поступать в Московскую консерваторию и окунуться в эту атмосферу, почувствовать себя уже будущим студентом, попробовать себя в разных, так сказать, испытаниях. Вот именно здесь, в этих стенах, нам показалось это очень важным. В этом году конкурс еще более обширный стал. 21 город. И при том две еще иностранные, так сказать, два иностранных государства. Белоруссия, не совсем иностранная, но тем не менее другие государства. Белоруссия и Казахстан. И это позволяет нам с этого года считать этот конкурс международным. Я надеюсь, что и другие страны будут присоединяться к этому конкурсу. И он действительно, так сказать, международный характер свой подтвердит. Судьба сосуществования композиторов и теоретиков консерватории была непростой. У нас, как в итальянской семье, был развод на несколько десятилетий. Несколько лет назад мы опять возвратились в единую семью, и мне кажется, это было очень правильное решение, потому что все чувствовали, ну, как-то, что вот так должно быть. И наш конкурс, по-моему, только лишний раз помогает как-то ощутить вот это наше единство, единой семьи. Мне очень приятно видеть тоже новые лица, которые обязательно вольются в семью консерваторскую в каком-то из составов. Думаю, что я вот так по композиторам стал вспоминать. Лауреаты конкурса Холопова поступали все, просто без исключения. Музыка всему научит. Тому, что мы не доучились, просто нужно внимательно ее слушать и давать ей самой в тебе работать по возможности. И вот это соседство музыковедов и композиторов, а также вот эта практическая направленность нашей работы, она, это как часы, как компас, она позволяет и должна позволять, по крайней мере, выбирать верное направление. Музыка научит всему. Конкурс имени Юрия Николаевича, вся его прелесть заключается в том, что это лишняя возможность для вас понять вот то, чем вы сейчас занимаетесь, вам по душе или нет. Кроме того, вы можете понять свои сильные, слабые стороны. Вы можете понять, что еще нужно улучшать, что нужно развивать, над чем работать. Мне остается пожелать вам только огромных успехов и до встречи. Спасибо. Thank you.
это первая премия в номинации «Композиция» получает Константин Новгородский. Я хочу поздравить. Диплом лауреата первой премии номинации «История музыки» получает Игорь Васильев. Награждается Григорий Волков. И вместе с Григорием разделяет вторую премию Илья Стариков. Всех мы ждем в консерватории в этом году. На приеме в июле, надеюсь, мы увидимся, встретимся. Не четверокурсников ждем в последующие годы. Готовьтесь, приезжайте, будем рады. До лучших приемов!